который будет устраивать дом своими руками, а не чьими-то новостями. И поэтому очень искренне благословляю, чтобы вы были едины и желанны друг для друга. На кухне, в спальне, на мопеде, в машине. Спасибо. Ваши мелочи, благословение важнее. И слова. Поэтому бумажку прочитать можно, благословение слонить надо. И поэтому, Александр, искренне, те, кто есть, я знаю тех, кто, если бы я им сказал вот это, они все сказали вместе аминь. Вместе со мной. Поэтому я тебе искренне от нас скажи ей само искреннее пожелание, и мы будем молиться за то, чтобы видеть вас счастливыми и радующимися. И дальше нам вместе служить, чтобы быть в небесах. Чтобы быть в небесах. Вот. Как бы мы ни пели по-разному, но мы поем одному Богу, и мы сами одного Бога. Отец Небесный, Святой Небесный.